115-я годовщина подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» отмечалась в минувшую субботу. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил по этому поводу божественную литургию в Главном морском соборе России в честь святого Николая Чудотворца. Из Кронштадта наши коллеги с подробностями. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Эти знаменитые строки посвящены именно этому русскому крейсеру «Варяг» и его отважному экипажу. Ведь 115 лет назад, когда у «Варяга» была сбита мачта и получено серьезное повреждение, вследствие которого начался пожар, русские моряки приняли героическое решение. Решением офицеров и раненого командира было принято решение затопить крейсер. И крейсер был затоплен с поднятым Андреевским флагом. Я специально, дорогие коллеги, сегодня рассказываю об этом, потому что это должен знать каждый. Каждый моряк, каждый петербуржец. Прошло более 100 лет с той трагедии, но время останавливается, когда речь идет о героическом подвиге русских людей. Несколько лет тому назад из Ичхона был доставлен сюда носовой флаг «Варяга». Он был вот здесь, когда еще был порушен этот собор. И мы его здесь все встречали, принимали с гордостью. И вот такие же матросы, как вы, присутствовали на площади, и офицеры встречали этот флаг. Была торжественная служба. И, знаете, всегда берет гордость за нашу страну и за наш флот. Подвиг экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», прославившихся в неравном бою с японской эскадрой в начало русско-японской войны, по сей день вдохновляет и придает духовных сил морякам. И этот подвиг, который совершают воины, он входит как самое лучшее проявление нашего духа, нашего православного русского духа, которые всегда проявляются в самое тяжелое время испытаний. Они всегда посылаются нам для того, чтобы мы с вами могли доказать свою верность Богу, верность Церкви и верность нашему Отечеству. После божественной литургии в память о моряках была отслужена заупокойная лития, после чего к мемориальной доске с именами членов экипажей «Варяга» и «Кореец» были возложены цветы.